24 августа жители Брестской области в обновленном Ледовом дворце города Кобрина могут активно проводить свой досуг и заниматься профессионально зимними видами спорта. Профилактические работы, которые здесь велись на протяжении нескольких месяцев, повод с ветерком прокатиться по новому льду, воспользоваться новым оборудованием. Ледовая арена широко открыла свои двери и с нетерпением ждет гостей как из города, так и из региона. Арена Кобринского ледового дворца вновь ожила. Об этом свидетельствует большое количество представителей старшего и младшего поколения, пришедших опробовать лед после небольшого перерыва в работе спортивного комплекса. Атмосфера радостная. Дети надевают коньки, родители занимают места зрителей и готовятся смотреть игру юных хоккеистов. Ребята ощутили перемены, которые произошли во дворце. Они отмечают хорошее качество льда и спешат возобновить тренировки. Когда вот заливали лед, стало лучше кататься, когда новый лед залили. Я люблю принимать очень участие там в разных турнирах. Сколько я уже занимаюсь, мне очень нравится заниматься. Нравятся тут тренера, все мне тут, меня все тут устраивает. Лед хороший, нравится. Третий раз сюда приезжаю. Надеюсь, тренеру нравится, будем сюда приезжать еще. Уже на протяжении почти 5 лет в Ледовом дворце города Кобрина работают секции по фигурному катанию и хоккею с шайбой. Каждый год огромное количество юных любителей зимних видов спорта спешит записаться в них, исходя из своей возрастной категории. Кобринский ледовый дворец уже успел воспитать в своих стенах настоящих фигуристов и хоккеистов, которые сегодня представляют нашу страну на различных международных соревнованиях. Обновленная арена – хорошая возможность для юных спортсменов начать учебный год в модернизированном комплексе с усовершенствованными условиями. За последний месяц, это в июле месяце, были проведены профилактические работы, скажем так, по где-то модернизации, где-то по исправлению каких-то несерьезных недостатков в работе, скажем так, тех или иных систем, потому что все это двигатели, все они напряжены, работают, поэтому нужен им капитальный ремонт, поэтому мы каждый год проводим профилактические работы, также приводим в порядок арену внутри, снаружи и готовимся, скажем так, к новому как учебному году, так и спортивно-оздоровительному сезону. Профилактические работы прошли отлично. Стало уютнее, теплее. Ребята настроены с новыми силами на новый спортивный и учебный год. Кобринский ледовый дворец – спортивный комплекс, известный за пределами нашей страны. Команды из зарубежья с удовольствием приезжают сюда для участия в соревнованиях и для подготовки к ним. Спортсмены из-за границы отмечают высокий уровень качества льда, высококлассные тренажерные залы, гостеприимство и сервис. Второй год у вас в вашем городе. Нам очень нравится. Мы проводим сборы 2 недели. 16 детей приехало со мной. Помогают мне родители. Вообще мы в восторге от вашего народа, очень гостеприимные, хорошие условия для тренировок, хорошая база. Нам очень здесь нравится.